Так, заехали в Якиторию перекусить, устали немножко, промерзли. Сейчас ездили, документы делали. Дай бог, эти уже документы, как говорится, забрали все. Все уже, можно выдохнуть, как говорится, это дело отметить. Любимый коктейль. Пинаколада безалкогольная. Самое главное, она разговаривает постоянно с Софийкой и ждет, когда же она заговорит. Какое первое слово она скажет у нас? Мама. Мама либо папа. Ну, это пока под вопросом. Василиска, ты какое первое слово сказал? Мама или папа? Папа. Мама. Папа, правильно. Папа. А потом? А потом? София. А потом? А потом после Софии? Мама. Ты моя да, солнышко. Да, ты что? Пример. Это ты загадала, получается, у нас, да, что будет у тебя сестренка Софийка? Не принесу, здорово, хотела. Ну, как говорится... А такие это чудеса. Ребенок. Да. Ты малыш. Любишь мамочку? Да. Как ты называешь маму? Маму Олю. Нет, маму Олечка зовут. Ты как называешь? Это милота. Софийка не дает маме даже доченька. Покушать. Покоя нельзя, просто не дает. Так, где твоя? Неусидчивая маленькая девчонка. На палочку. Все, что-то я думала. Дышу я. Там. Будешь ждать, да, такси? Здесь отметить это дело? Собрали все документы. Не надо, чалечка, палочка. Скоро поедем на район. Это район. У нас нельзя, Василисочка ругает. Говорит, София, нельзя палочку. Палочку можно, доченька. Потому что ну, чуть-чуть-то этой... можно. Ролла не по***ла. Нельзя, скази. Тебе еще рано, нельзя. Зайка. Нельзя. Трубочку. Не надо это. А почему нельзя, доченька? Это нельзя. А почему? Почему нельзя?